Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрю Файф из стиля ретро. И сегодня у нас будет игра Альфа Евро 2008, Австрия, Швейцария. Ну, наверное, она не такая для меня знаковая, как предыдущая 2004, которая для меня была первой игрой. Это, ну, скорее, игра, которая... Я играю вот сейчас этот матч, который я буду играть, это чисто дань той игре, которую показывал сборная России на том турнире. Прошу прощения. Единственное разочарование, которое было у меня в тот момент, когда я начал играть за сборную России, там не еврокомпании, там какие-то там игры, там собирать состав, все такое, а именно сборную России. Для меня было разочарование то, что капитан сборной России Сергей Симак, его здесь нету. Для меня это было, ну это мой любимый просто игрок, для меня это было очень обидно. Ну кто-то скажет, ну фигня какая-то. Ну не знаю, для меня это было обидно. Мы по крайней мере будем изменить судьбу и сыграть. Нет, не с Уэльсом, не с Украиной. А со сборной Испании. У нас 3,5 звезды, у них 4,5 звезды. Да, пускай они играют в красной форме, в белой. Очень дико тупит. И давайте этот мяч. Да, этот мяч. Стадион Драга уже звел Валада, Кальдерон. Не все стадионы у меня открыты. Да нет, ну да, и Драгао как-то мне больше всего понравился. Сумерки. Ночь. О, давайте ночь. Так, 6 минут. И говорю, вспоминаю историю вообще этой игры. У меня был компьютер Windows XP. Ну, сейчас точно самое соответственно. Это что-то очень долго. Вот, состав мне может быть. А мне тут ли составчик-то? Да, тот состав, да. Состав, чтобы выбрать, изменить позицию, очень все дико тупит, все такое. Это вообще это какая-то жесть. Я сидел на минут 15, тыкал, это настолько все ужасно. Долго, я не знаю, почему у меня комп не такой плохой вот для этой. Для этой игры, как все тут сложно-то, господи боже мой. Вот, и у меня комп был тогда дико старый, Атлон, скорость процессора 1.1 или 1.3, вот, а друг купил, у него там комп офигенный. И он по этой игре у меня не пошел, говорит, ну дай мне, да ну у тебя комп древний, вот, ну и все, я пошел, купил в переходе за 150 рублей, интернета тогда не было. Вот, все установил, начал играть, ничего, никаких лагов. Я прихожу, говорю, на сочинение так и так. Такой, ну принеси мне. Я приношу ему, кстати, он опять устанавливает то, что с моего диска. Ну, игра все точно так же дико лагает. В эту игру я не подготавливался, не играл, поэтому как я буду играть, я вообще не знаю. О, российский комментатор Василий Уткин. И Василий Соловьев, да, тут... Павличенко Аршавин, да, матч, который, турнир, который изменил отношение, ну, даже не отношение, а вот, эх ты, то, что в России есть прикольные, крутые футболисты, как Андрей Аршавин, как Ромка Павличенко, как Юра Жирков, как Диньяр Беллединов, ну, вот только... Футболисты не оправдали надежд, возложенных на них. Наверное, мне кажется, Рома Павличенко, если бы остался, все-таки у него могло бы что-то получиться, если бы не тренер Харри Реднап. И Хави сейчас ошибся, и Рома Павличенко, и Аршавин. И ничего, интересно. На
Березуцкий играет защиты слева. Это не удивляйте, просто реально Жирков резко падает рейтинг, там 50 с чем-то становится, что ли. Я подумал, что на левом фланге полузащиты он мне больше пригодится. Ты играешь в FIFA 16 и уже отвыкаешь от этого всего. То, что в свое время там какие-то хитрости, пробег по флангу, заброс, все это помнил. Сейчас уже просто-напросто, даже, грубо сказать, руки не помнят. Пальцы не помнят. И Аршавин. Ну, я просто бахнул так разочек. Касилиса проверить. Один из моих любимых голкиперов вообще, в принципе. Да, можно было сделать состав, который был против испанцев на том турнире в ответном матче или во втором. Но еще раз говорю, не все футболистов соответствуют рейтингу, если их ставить на те позиции с этой версией игрой, что ли, игры, я не знаю. Павлюченко. Да. Давид Вилья. Вот если в предыдущей игре у меня была какая-то надежда. Ну просто сама по себе надежда. То вот сейчас как-то я понимаю, что, наверное, у меня без шансов. Денис Колодин. Лоськов. И когда я увидел, что Симака нету в данной игре, хотя это капитан, который отдал самый красивый голевой пас, там все такое, главный тренер Луи Роганес, ну, бывший главный тренер, которого, кажется, нет, царство небесное ему. Вот, и я не увидел, что нет Симака, ну расстроился. Ну, блин, ну просто, да, там кто-то скажет, о, у тебя Симак, там все такое. Не знаю, я очень уважаю Симака как футболиста, как человека. Даже несмотря на то, что там он перешел там из Рубина в Зенит, а я там болельщик ЦСКА. Ну, есть какие-то вещи. Просто уважаешь человека, ну, за то, что он делает на футбольном поле. Я за него переживал, когда он за Зенит играл, когда забивал голы, даже там против ЦСКА, все такое. Ну, вот чисто уважение. Да, господи, дайте мне уже пройти. Да, удар. Удар мне ни о чем. И Кас выбивает мяч. А что, если вот так сыграть? Да, Рост Аршавина не позволил. Если тупит картинка, изображение, ну, видно, игра, она уже древняя. Игре уже, блин, а игре уже 8 лет. Парадокс, да? Вроде недавно это все было, там. Я вспоминаю, когда это вот все было, когда Голландию там 3-1 бахнули. Я вот, я жил в Воронеже. Это было просто безумие там во дворе. Каждый гол там. То есть, грубо говоря, даже если не смотришь футбол, ты можешь понять, что сборная России просто гол забила. Ну и когда победили 3-1, город впал в сумасшествие. Там в машинах на крыше становились, все такое. Хотя вот тоже у нас отношения странные. Даже вот, ну, если брать там, не вышли на Евро, все такое, на Хидник сразу там погнали. Вот он, козел, все такое, негодяй. Ну, не знаю. По-моему, человек, ну, неплохо выполнял свою работу. И уж настолько его костерить. Это как-то несправедливо. Вот, и
и даже несмотря на то, что мы тогда не попали на чемпионат мира, многие там, а, Хиддинк не тот, все такое. Но сборная реально показывала качественный футбол, в отличие от того футбола, который она показывала при диком адвокате, так сказать. Вот. И там читаешь мнение псевдо... Сейчас опасно, может быть. Ну, гол. Торрес гол забил. Фернандо Торрес забил гол. Ну, еще раз говорю, я здесь особо ни на что надеюсь. Концовка первого тайма, обидно, все такое. Вот, и сборная, ну, действительно достойно выглядела на этом турнире. А сейчас появляются псевдоспециалисты. У нас есть такие люди, которые типа поиграли в футбол или не играли. Ничего на тренерском или на каком-то еще поприще, ничего, по большому счету, не добились. И начинают критиковать там, вот, а он-то проиграл два матча Испании, если бы не хорваты бы, мы бы ничего, никто. Ну, понимаете, вот это глупо. Ну, ты добейся, ты сделал такой же настрой футболистов. Приведи сборную, чтобы вот реально, давайте вспомним тот турнир. Дать, наверное, замену сделаем. Крестановочку, наверное, тоже поменял бы. Так, фланги. Дать вот так сейчас сыграем. В три форварда, не знаю, как. Так, Быстров. Здесь так, вместо Павлюченко давайте выпустим. Без Сычева даже выпустим. Вспомним Диму. Где ты сейчас? Исполнитель ударов. Кто у нас слева? Пенальти. Да пофиг, не так важно. Вот. Поэтому к Хиддинку у меня самое положительное отношение. Он поднял уважение к российским футболистам до небывалых высот, нежели потом, что было при Усинхиднинге. То, что мы не оправдали ваших надежд, это ваши проблемы и все такое. Некрасиво. Ох, сейчас Аршавину бы бежать. А это штрафное, это опасно. Хотя я не бил штрафные у его тучу лет. Можно попробовать. Жирков и... Эх, чуть-чуть выше. Блин, а мне же Колодин был. Можно было Дениской бахнуть разочек. Это же пушка страшная. Что будет на Евро во Франции? Ну, сложно мне сказать. Очень сложно, потому что это будет интересно, сборная. Говорят о натурализации, вот на Роман Нордштайнер. Я, честно, плохо понимаю, кто это футболист. Я не особо слежу за немецким футболом, там кроме Баварии, Боруссии, определенных футболистов в немецкой Бундеслиге. Поэтому для меня это сложно. Ну, вроде говорят, как опорник, но может сыграть и в защите. Если говорит про центральных защитников, сейчас опасно, может быть. Если говорить про центральных защитников, у нас есть определенный в этом смысле кризис. Ну, давайте вот так, если честно, вот кто против, кроме Березуцких, Игнашевича? В свое время там Гранат был. Извиняюсь. Где сейчас Гранат? В запасе Спартака. Вроде как возвращается в Динамо. Ну, не знаю. Семенов. Ну, не впечатляет какого-то там офигительного уровня, не показывает. Никита Чернов из ЦСКА, но он не имеет практики даже в
ЦСКА, а говорить о сборной России, ну это просто, не знаю, какие-то приколы, что ли. Ах ты, Фабио Капелло. Здесь Колодин с Тормашевичем творит фигню. Поэтому мне будет интересно смотреть на сборную, которая будет вот этим летом уже играть на полях Франции. Не забываем, что товарищеский матч на Тур де Франс проводим мы с французами. А это будет интересный матч. Команда хозяйка турнира будет принимать сборную России. И мы увидим в какой-то мере. Дай тоже заменку сделаю. Мы увидим какую-то там не было, но сборную России. Так, кого можем выпустить? Дайте, наверное, Жиркова поменяю, потому что сейчас он как-то подустал. Еще Белоськова поменял. А что, если Киржакова выпустить вместо Димы Лоськова? Ладно, пока мы не можем так сделать, ждем замену. Сычев, Киржаков и Аршавин. Можно еще в три форварда попробовать сыграть. Сычев, Киржаков, Аршавин. Да, там Измайлов. И Марчену заменяют. Неста выходит. Слушайте, как у молодого Неста, да? Так, я хотел. Давайте попробуем в ЦИ сыграть. Ну, это какая-то дюжа Брайн. Это тоже. И вот так мы сыграем. Попробуем. У нас еще 20 минут есть. Сычев подает. Дима никак подал. Хотя Капизелис показывает претензии, что типа чего, нифига никого не крыли. И Давид. Да, 2-0. Мы проиграем 2-0. Ну что, гол престижа-то мы забьем в этом матче или нет? И Сычев у меня пошел. Аршавин. Ну а испанцы реально сейчас все команды в обороне. А сейчас мы третий писатель пропустим. Будет вообще классно. И Керш у нас Сычева. Вот реально, вот если вспоминать карьеру Димы Сычева, звезда, которая зажглась очень ярко. Поехал на чемпионат мира, там пенальти заработал в первом матче. Да не так уж плохо провел турнир. На определенный момент сборная вылетела. Потом перипетии в Спартаке, не самый лучший отъезд во Францию, Марсель. То, что Что это было, я не понял, мать вашу. Этот пасует, от этого рикошетит, пропускает. Это какой-то пиндец. Да. Не получилось у меня реванша. Не надо меня за это дизлайками покрывать. Говорит, что я не умею играть, что я там косорылый. Я говорю еще раз, я играю вот буквально здесь сейчас. Ах, чуть-чуть повыше. Чуть-чуть ниже бы и Аршавин всадил бы. Да, обидно. О, прикольно, да? О.
Слушай, ну такое... 4... Классно, да? 4-0 от невидимого футболиста. Все это не доходит целям. Ну вот этот глюк, конечно, супер. Может, мне что-то было похоже, ну прикольно. Мы повторяем исход первого матча. Тогда забил, по-моему, Люченко сейчас забивает Киржаков. Какой пас Сычева, какой удар Киржакова. Ну, такой матч вышел у нас сегодня. 4 минуты добавляет. Это штрафной. Давид Вилли, а я помню, как он в составе еще в Валенсии заряжал. Да, что он делает сейчас? 3 гола забил Вилли, а мы 1-5. Кто-то сейчас скажет: о, чувак, ну ты вот так проигрываешь и ржешь, все такое. Еще раз говорю, я не вижу в этом какой-то там катастроф. Это просто вот компьютерный матч. Ну давай, Денис Колодин. Я вообще не знаю, кто-то их бить. Жирков это лучше пробил. Нет, 6-1 нет. Блестящий сейв факин Фейва. Исачев, новая атака. 4 минуты добавил судья. Капдевилла, Хасел Капдевилли. И подача в никуда от исполнения Димы Сычева. Вот такой вот матч у нас получился. Лысый Игнашевич. Намек на Анопко, наверное. Сами все видите. Ну что я хочу сказать, игра специфическая, на любителя, еще раз говорю, я в этой игре не особо любитель, просто хотел вот вернуть истории должок, не получилось. Вот, на сегодня это все, с вами был Андрей Файв, подписывайтесь на мой канал, комментируйте мое видео, что нравится, что мне нравится в данной рубрике, ставьте лайки, поддержите меня, и пока-пока.